видишь, что с человеком происходит? Ничего не происходит! Он хочет, чтобы ты ушел. Оставь нас. Сегодня, Жбега Маруна, первый акт нашего спектакля. Так скоро? Я боюсь, что я подведу вас, Искандер Керимович. Просто Искандер. Привыкайте, Жбега Маруна. Просто Жбег. Привыкайте, Искандер. А бояться не надо. Я буду рядом. Если что, смотрите на меня, и вы все поймете по моим глазам. Я постараюсь. Какой необычный знакомый вкус. Чай с особым составом трав. Точно такой же готовила Салбек. Верно. Подполковник Рахим. Красивые. Вот деньги. У вас будут расходы. Парикмахерская и все такое. Деньги я не возьму. Возьмете. Это приказ. А вдруг у меня ничего не получится? Что за настроение, Жбег? Все будет хорошо. Великин, только на Хабжирикин, Алматы Рабжирикин, Алмасынан Канекин, Жаңа Рабжирикин. А где твой сын? Женя. А, черт. Что Достанов с тобой сделал? Где он? Женечка, это я. Родная, как ты меня напугала. За мной прибежал адвокат. Сказал, что ты в обмороке. Где Достанов? Что он с тобой сделал? Что, черт возьми, здесь происходит? Женя, отвечай. Достанов. Как он мог? Я сейчас... Вызову Витька. Лёва, что ты собираешься делать? Я этого Достанова сам убью. Убью, и на этот раз наверняка. Нет, Лёва, нет. Достанов мне не сделал ничего плохого. Что это за лечение? Доводить людей до обморока? Не спрашивай меня ни о чем. Просто позови его снова сюда. Достанов мне очень нужен. Боже мой.
Как мне плохо. Привет. А вы что, такие мрачные? Алма, ей совсем плохо. Я не знаю, что делать. Бедная ты моя. Если бы ты знала, как я тебя понимаю. Тебе лучше полежать. В первые месяцы беременности такое бывает. Что ты сказала, Алма? Папа. Ой, Алихан ага. Значит, Майра ждет ребенка. Моня, отдай пакет. Тебя не касается, чем я занимаюсь. Касается. Я не дам тебе этой гадости травиться, понял? Да кто ты такой? Отцепись. Отцепись, я сказал. Моня, будь человеком. Мне доза нужна. Мне уже все равно, понимаешь? Я никому не нужен. Придурок. Что ты меня распустил? У тебя есть все. Дом, мать. Живешь как сыр в масле. Откуда ты знаешь? По тебе видно. Я жратву у собак. Из миск таскал, когда из детдома сбежал. Потом меня бабка взяла, а я дурак. Вот эту дрянью петлю загнал! Ты что делаешь, придурок? Ты зачем пакет растоптал? Сам ты придурок. Слушай, Есен, спривайся наркоты. Потом об этом будешь жалеть. Сам-то давно с дури спрыгнул. Еще учишь? А ты о родном матери подумай. Понял? Много ты обо мне знаешь. Кто мне родная мать, кто не родная. Хотел бы я свою родную увидеть. Андрей Кримович, добрый вечер. Очень рад вас видеть. Значит, у Майры будет ребенок. Папа, Майра не хотела, чтобы ты знал. Алихан ага, мне было очень стыдно. Мы ведь Кар хочет жениться, и Мария лучше согласится. Ребенок должен расти в нормальной семье. Много ты понимаешь. Оскар оказался трусом, жалким и безвольным. Алма, перестань. Не распоряжайся так легко чужой судьбой. Папа прав. Оскар любит тебя, и ты его тоже. Вам лучше пожениться. Майра, ты уже сейчас не уверена в Оскаре. А что будет, когда вы поженитесь? Я не знаю, что делать. Рожай. Мы поможем тебе воспитать ребенка. Не ты первая мать-одиночка. Как ты можешь такое советовать? Я совсем...